Привет, друзья! Так, у меня тут олень стоит, видите? Розочка, олень. Я только что вернулась с прогулки. Вы видите, какая я мокрая? Я попала под такой ливень. Короче, снимала я там красиво светящийся наш фонтан. И вдруг пошел крупный дождь. И он усиливался. Я поняла, что надо уже идти домой. А потом он настолько сильный пошел, такой ливень, и причем крупными каплями. Мне надо было еще в магазин забежать. И магазин, в принципе, был, шагов 500 магазин от этого фонтана. Девочки, я 100 шагов не прошла. Я промокла до нитки полностью, вот такие крупные, и ливень такой. В общем, я сначала думала, под деревом постою, но не спасло. Короче, я думаю, ладно, расслаблюсь и буду получать удовольствие. Пошла уже, мне уже терять было нечего. Я подумала, ладно, душ не надо принимать. Я вам сейчас это покажу. Короче, пришла, мне просто лень было выкручивать кофточку. А джинсы я не выкручу, они жесткие. Ну и то, что под кофточкой, тоже не выкрутишь. Повесила, пусть сушится все. Все насквозь. Ой, ну хоть дожди спасают от жары. Хорошо, нет жары, слава богу. Хорошо. Дожди, грозы. Глаза. Ладно, пошла, значит, я. Ребят, я просто спрячу свой смартфон и все. И все, а то мне смартфона жалко. И иду опять в этот душ. Ну, был еще сильнее. Это сейчас чуть-чуть он утих. Сильный ливень, ну, был вообще... Сейчас он мелкий такой и частый, а то был прям крупнющий такой, прям буквально за минуту намочил меня, до ниточки промочил. Ну, все, пошла я домой. Так, друзья мои, полное видео будет на днях, а сегодня я просто на эмоциях вот это вот промокла до нитки и решила вам показать, как это было. Вот, почему не села в автобус, потому что бесполезно, автобус идет на вокзал, от вокзала еще там два квартала идти до нашего дома. Так что разницы не было, вот, и я пошла, счастливая, довольная, мокрая абсолютно, домой. Ну все, на сегодня пока-пока всем. На днях будет длинное видео, потому что я много наснимала за эти дни. Было жарко, но дожди, как я уже сказала, спасают.